Скажите, вы вот слышали такие фамилии? Жириновский, Ходорковский, Навальный. Как вы считаете, они являются оппозицией? Являются. Остальные вообще одни люди, какие-то проститутки. Жириновский — это оппозиция, да? Нет, Жириновский нет. Жириновский свой чувак. Красава, да. Жириновский красава. А остальные молодец, все нехорошие. Навальный — жулик. То есть они оппозиция, по-вашему, или нет? Нет, нет, не оппозиция они. Они продажные проститутки. А так и запишите. Я думаю, да. Вот, например, Жириновский любит говорить про то, что надо Путина царем сделать. Как же он его оппозицию тогда? Ну, значит, нет. Но я с Жириновским полностью согласен. Так надо. Я считаю, царство надо возвращать. А вот Навальный — это оппозиция? А Навальный вообще не в курсе, кто такой. Особо не слышал за него. А вы как считаете? Я тоже не слышал. Нет, не знаю. Ну вот как, да или нет? Нет. А почему вы так решили? Ну, не знаю. Точно сказать не могу. Ну, я так думаю, да, но не Навальный точно. Навальный не оппозиция? Почему? Ну, шут гороховый просто. Так же, как и Жириновский. Ходорковский более серьезный человек. А Жириновский оппозиция? Ну, оппозиция, но не настолько серьезная. Он же вот любит Путина в царя выдвигать. Это бред собачий. Ну, кто-то из них, да. Кто? Навальный. Навальная оппозиция, да? Конечно. А вас вот не удивляет, что, например, какой-нибудь мужик может с плакатом к метро выйти, ему сразу 3 года впаяют, а Навальный все время на какие-то домашние аресты уезжает после своих расследований? Ну, там есть своя просто очень. Его не сажают, ну да. Скажите, вы вот слышали такие фамилии? Жириновский, Ходорковский, Навальный? Конечно, слышала. Они, по-вашему, являются оппозицией Путину? Не знаю. Как, они с ним или против него? Я думаю, они не противники точно, не враги тоже. Возможно, они вместе, но все равно они соперники. Не знаю, как... За лидерство, да, соперничают? Ну, это умные люди. Я думаю, что политические игры не у простых людей надо спрашивать. Жириновского слышала. Про Навального ничего не слышали? Я не читала. Слышала, но не углублялась в подробности. Вот скажите, по-вашему, Жириновский — это оппозиция Путину? Не разбираюсь. Ну, как он, с ним или против него? Не могу сказать, потому что не знаю. Я думаю, да. Конечно. Почему вы так решили? Ну, мне так кажется. Ну вот, например, Жириновский хотел Путина в царя воспроизвести. Как же он тогда, его оппозиция? Не знаю, может, это такой у них какой-то ход. Все наиграно, она считает. Дурака они валяют тогда. Да. Это все как шоу просто. Все для людей, так сказать. Чтоб не скучно было. Ну, не знаю, в плане Жириновского я считаю, что нет. Но это чисто сугубо мое мнение в плане того, то, что... Мое мнение о нем изменилось. А все остальные, Ходорковский и так далее... Да, я считаю, что да. Нет, наверное, все-таки нет. Почему так решили? Хотя, с другой стороны, что такое оппозиция? Наверное, скорее да. Другая позиция. Да, но дело в том, что позицию не пропускают, и, мне кажется, в нашей стране, в принципе, оппозиции нету. Они что-то говорят, но... Это не допускается выше. Они могут как бы просто балакать, говорить, и все, не более. Можно считать это оппозицией. Оппозиция – это, наверное, сила, которая может что-то противопоставить, что-то на выборах, что-то в идеях, в устройстве страны. А это не оппозиция, это просто люди, которые хотят быть оппозицией. Но вот только не будем брать старую власть, как Жириновского, там, Явлинского и прочих. Это не оппозиция, просто смешно, это люди у кормушки. Навальный, ну, агент Госдепа, да, может быть. Но хотя бы человек что-то предлагает, что-то, может быть, пытается раскрывать где-то. А вас вот не удивляет, что он... Навальный, да, он просто за свои вот эти расследования, как он их такие масштабные преподносит, максимум, что он получает, это домашний арест. Ну, удивительно. Я вообще удивлен, почему он не сидит в тюрьме или почему он вообще не убит. А же вот можно к метро выйти с плакатом, сразу 3 года, условно. А у него как-то все время он удается улизнуть. Ну, видимо, покровитель есть хороший, либо делится просто с кем надо, и все. Как у нас все в стране устроено? С кем делись? И все нормально будет, там тебе и крыша. Много ли возможностей для самореализации в России? Нет, мало.
Самореализация в бизнесе? Не, вообще, вот в жизни есть куда податься человеку, там, заработать, как-то свои возможности реализовать? Потребности удовлетворить? Да, много. Много все-таки, да? Потребности удовлетворить может каждый человек. Соблазна очень много, главное, чтобы были деньги. А деньги заработать тоже можно. Очень много заработка разового такого выездного. Но официально, если работать, то очень низкие зарплаты и мало времени на эти же удовольствия, про которые вы спрашивали. Достаточно, достаточно можно. Сложный вопрос, много или нет. Ну, возможности есть, было бы желание. Возможности есть. Много их, да? В чем их измерять? Понятие растяжимое, много, немного, но есть. Если сравнивать с Белоруссией, или с Туркменистаном, или с Узбекистаном? Да, хотелось бы побольше, не особо много. Как бы работы мало. Так что и перспективного, в принципе, перспективного роста там по работе тоже особо не двинешься. Вот устроился, вот я иду сейчас на работу, устроился, все, дальше своего этого никуда не прыгну. Так что перспектив нету никаких. Много возможностей. А какие вот, например, можете парочку назвать? Ну, нет, не могу. Я думаю, что да. А можете вот примеры какие-то привести? Ну вот у меня нет образования, сейчас я руководителем работаю на стройке, на одном из участков. Без образования, без всего, сам пробился. Сам... А не на стадионе? Вот на стадионе, да, на «Зените». Вообще очень много. А вы как считаете? Ну какие-то есть. Приведете нам примеров парочку? Спортивные, музыкальные, можно заниматься творчеством, заниматься спортом, ходить на разные мероприятия, причем для студентов, школьников недорогие. То есть очень много парков сделали, площадок детских. То есть все хорошо, в принципе. Я думаю, что достаточно. Можете какие-нибудь там примеры привести? Ну, я не вижу никаких ограничений. Если человек хочет чем-то заниматься, он может пойти этим заняться. Скажите, много ли возможностей для самореализации в России? Достаточно. При желании, я думаю, достаточно. А какие-то примеры можете привести? Ну, смотря к чему у тебя есть склонность, вот, и ты можешь в любой области, в принципе, в России себя реализовать. Если да. У тебя есть деньги. Нет. Да. Если у тебя есть первый, как он называется? Да, первый, начальный, вот, точно, начальный капитал. Ну, многие приезжают сюда, чтобы заработать начальный капитал и уехать в свою страну и там развиваться. Ну, я считаю, что в России вполне возможно заработать начальный капитал и развиться здесь, в любой профессии, да. Ну, смотря кто как себя реализует, это все зависит от темперамента человека. Если он действительно хочет себя реализовать, он все сделал для того, чтобы реализоваться. А если не сам не хочет, то тогда ему будут постоянно кто-то что-то якобы мешать. То есть возможность-то есть? Есть возможность, есть. Главное, хотеть этого, и все. Знаете, возможности есть, и все это зависит только от человека. Но препонов со стороны государства гораздо больше. И в России это приходится с маховиком машины вот так вот проворачиваться, идти. Гораздо тяжелее. Хотя, с другой стороны, мы же не знаем, как в Европе и в других странах. Хорошо там, где нас нет, поэтому можешь желать только удачи всем, и все в твоих силах, и все.